Всем дискорд, с вами лорд Альтаир, и мы продолжаем проходить игру Marvel Битва Чемпионов, миссию Венома, и ждем, когда это все опять прогрузится, потому что разработчики до сих пор не починили игру, и глюки продолжаются. Разумеется, уведомления там всякие приходят. Располагаем все удобнее на диване. И включаем. Разумеется, надо повысить яркость, а то вообще ничего не видно. Вот так-то. О. В смысле, звука нет? Вот. Другое дело. Тут... Смотрим, какие задания у нас выполнены. О, стоп, кристальчик. Надо открыть кристалл. Кристалл. Да, сейчас, конечно, будет жесткая битва. Просто ого-го какая. Всякая ерунда из кристаллов падает. Бесплатный кристалл, давайте покрутим его. Может, оживление падет. Не, золото. Нафиг оно мне нужно. Так. Отлично, я прокачал осьминога. Вот он теперь точно всем жару задаст. Так. Вот. Задание событий. Мастер, конечно же. Зло снаружи я уже исследовал. Черная смерть. Поехали. Доктор осьминог. Электро, носорог, Анжела, Хела. Во. Команда. Команда каких-то чуваков, которые умеют сражаться как-то. Прикончи его. Мы не хотим сражаться. Мы хотим помочь. Мы бежим от того же страха, проклятая. Скулящий нытик. Что это было? Меч говорит, что мы не должны тебе доверять. Так, исследуем тут наше полчище врагов и выбираем самый оптимальный и простой путь, чтобы не терять жизни. Давайте, где у нас такие не очень. Так, это направляет нас сюда. Воитель, муравей... Потом направляет нас на Альтрона, который направляет нас на вот эту. Путь длинноват. Нет, нет, нет. Это направит нас к вот этой чувихе, после чего направит нас к сразу. Ну, в общем, морда самая опасная, так что... Так, куда отправляет это? К Тору. Саблезубому. В общем, тоже нелегкий путь. Проверим этот. Женщина... Фу ты. Росомаха. Йонду. Всем понятно, что нужно идти именно сюда. Что больше некуда. Фу ты, нафига я сюда нажал? Неважно. Случайно не туда нажал. Вот. Ну ладно, поехали против Тора. Хела идет. Помоги нам, и мы скажем, что вселилось в того иного. Пустые предложения от неуклюжей развалины. Посмотрим, сдержишь ли ты свое слово, демон? Так. Хелку. Вот она действительно жару задаст. Потому что я научился ей управлять. Приготовьтесь к шумам в телефоне, потому что я буду закрывать рукой динамик. Ага.
блокирование не работает. Ты хелк меня сейчас убьют. Нафиг, это нечестно было. Лучше перезайду, что-то бред какой-то вообще. Что за бред? В смысле, я вообще не мог... Не работают кнопки. Чё зависни мне тут? Нет, ну нафиг. Я перезайду лучше заново. Пойду по нормальному пути, чтобы не было всяких ошибок. Так, ну вырубим. Ненавижу глюки. Быстро отправляемся. Да-да, кыш, 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 я это все читал. Вот по вот этой дорожке надо будет идти. Вот сюда вот. Да, помоги нам, что там будет. Я теперь глюки меня не возьмут, надеюсь. Конечно, сейчас он будет как пиздец. Давай, давай. Все. Победа. Вот теперь глюков не было, все нормально. Прыгаю как кузнечик. Давай быстрее грузись. Мне бы по-быстрому бы прокачать призванного симбиоида, чтобы легче было биться. Опять берем хелку. Потому что персы научные не очень идут, а космология отлично идет. Давай. Те, которые нападают, это не дальние атаки, а ближние. Мне очень удобно сражаться. Тело надо качать. Третий ранг бы ей, и она просто всех взорвет своей силой. Кто у нас дальше? На уничтожение. Глазик. Отлично, потом научные пойдут. Осталось сколько? Один, два
три, четыре врага и босс. Изи. Этого задушим тоже хелкой. О, сообщение. Мои лекарства закончились. Санктум Санторум — это единственное место, где Стивену можно помочь. И нам нужно поторопиться. И мы должны сорвать плоть нечестивого и освободить тело. Скажи, что он говорит. Он говорит, что ты можешь идти впереди. Тут, конечно, сюжет не очень понятен. Ого, фига себе, у него мощь будет. Соколиного глазика. Ну, Хела как самый лучший нападающий, она просто всех режет на провал. Фу ты, на повал. И в бой. Спецатаку. Да, ну нафига это нужно было? Ну ладно, на 20% сильнее. Защита на 20% сильнее. Ну что? Да, спасло меня. 7%, ну давай. Ну все. Успел в последний момент победить. Вот это реально круто. Так, звук потише сделаем. А то, если он меня не заглушает, надеюсь. Отлично, Соколиный глаз повержен. Хела почти сдохла. И мы идем дальше. И против нас желтый шершень из Человека-муравья. Отличное просто дело. Думаю, против него электрик подойдет. Хотя шершень, он реально может такую трёпку задать, но замучаешься с ним. Этими лазерами палит, вот палит. И вот лазер. Давайте. Давай используй свой лазер, чтобы не копить. Ну нафига этот прыжок? Да, ну ладно. Может, сожгу его. Может, хотя бы... О, да, оглушение отлично. Ну нафиг, я потеряю там достаточно много жизни. Ну. И все из-за того, что не смог эти 4% побороть. Нет, ну что это? Я победил, но пустую эти проценты и ушли. Вот. Спасибо тебе. Идем дальше. Собираем эти коробочки по дороге, которые валяются везде. Против вот этого парня. Сейчас посмотрим, какие там еще будут. Вот этот баран. Так, ну тогда против того барана пойдет у нас носорожек. А сюда Анжелка. То есть... На третьей главе, наверное, придется использовать усиление силы. Потому что просто так тут явно не справились.
вперед. Третья атака. Давай, используй. О, спасибо тебе. Просто, я просто спас меня. Я могу тебя спокойно добить. И уничтожен. Капитан Америка один из самых слабых тут персов вообще. Вот никакой вразрез не идет с такими, как Электрик, Енот-ракета, Гамора. Хотя Гамора, третья атака Гаморы просто ужасно слабая. Зато вторая самая сильная. Давай. Морда. Ну, его растопчем. Так. Ах, сгинь, нечистое создание. Жанин, рад тебя, Ви. Еще один, зараза распространяется. Нет, мы хотим помочь. Джерика, пожалуйста, нет времени объяснять. Стивен умирает, а Веном согласился рассказать то, что он знает, взамен на защиту от заражения. Стивен, он с вами? Хорошо. Помогите мне одержать победу над этими мерзкими созданиями, и тогда мы сможем заняться его ранами. Как вам мой голос персов? Так, заметь, Электрик тут. Ну, давай, растопчи его. Носорогус. Топчем. Топтать, топтать и еще раз топтать. Вот нифига это. Вот не люблю морду, потому что он копит свою атаку. Ну, я попробую эту спецатаку копить. Чаще поменять все спецатаки, чтобы я тебя победил. Давай. И все, мы тебя раздавим спокойно. 12%. И... Что и требовалось ожидать. Отлично. Победа просто прекрасная. А для тех, кто смотрит это видео и увлекается моей толпой, специальное сообщение. Я поеду в этом году на Руброникон. Кто хочет меня там встретить, сразу туда идите. Билеты покупайте только. Спасибо вам обоим. И тебе, призыватель. А теперь скажи, что с ним случилось? Мак хочет, чтобы мы стали одним. Мы не сможем стать одним. Мы есть мы. Ты о чем? Мне от тебя не нужно ничего. Не тебе, ему. Стивен, он тоже ничего от тебя не хочет. Сакреблю еще твари. Жанин, призыватель, задержите их, пока я займусь его ранами. Сейчас как-то не очень голос так. Ну, давайте осьминога напоследок. Сначала самый слабый вперед. Пусть сдохнет. Хотя бы, может, часть жизни ему снимет. И уже я добью осьминогом. Да, вот это реально. Реальный хрень. Я вообще не могу его ударить. Я вообще не мог его ударить. Ну, чё?
Что за боссов? Нафига делать боссов, которые еще пройти почти невозможно? Ну нафиг это у него уклонение. Я тут всех персов перетрачу, пока победю. Мало что у него сила, он так мощный, так его еще и уклонение ему добавили. Вот зачем это нужно было? Мало мне, что ли, его силы? Так еще убежать нельзя. Разумеется, после уклонения сразу... Ну, разумеется, я сдох, конечно же. Просто ужас какой-то. Сильный плюс уклонение равно почти не победить. Что у него? Снижение специальной атаки она складывает. Запас энергии, предупреждение, активно третья специальная атака, которой, кстати, и нету. Ну вот это хорошо, что ее нету. Зато золотой адаптоид много дает наград специальных. Ну все, теперь тебя раздавит. Ты серьезно? Подуй! Черт! Ну нафиг вообще. Че за бред? Это жульничество. По-другому не скажешь. Если же придется сейчас использовать эти усиления, потому что без усиления я просто сдохну быстро. Тут его еще ловить надо. Ну. Мало то, что у меня тут все тормозит, так еще эта хрень вот будет мешаться. Вот, 20% активировать. Давай. Оживление, оживимых. Нет, мне только один нужен. Вот этот чувак. Имеется. У нас тут много этих здоровья. Тратим вс... Нет, ну не все, но... Нет. Вот, трех хватает. Все. Ты меня достал. Я у силы себе предал. Пора его уничтожать уже. Урончик прокачал. Давай. Ну что, парировать его нельзя. Отступай, баран. Ты нафига на следующий кто-то такой подойдет. Откуда? Смысле, я сдох просто из воздуха. Серьезно, че это было? Сдохнуть от воздуха просто немыслимо. Еще раз мы его оживляем.
Так, понимаем. Хорошо, что у меня этих зелий полным-полно. А у него еще жизни ого-го. 11 тысяч здоровья. Это очень много. Давай. Нападаем. И атакуем. Почти победил. Нафига с одного удара убивать? Я почти победил, но нет, мне все испортили. Вот нафига такое? Может, хотя бы потратить одного? Ну нафиг просто, чтобы зря не тратить эти оживлялки. Ну хотя бы с трех ударов прибить хотя бы. Попробуем попрыгать, как кузнечики, и уничтожить. Наконец-то повешен. Просто уж. Просто. Как можно описать? Враг мало того, что сверхсильный, плюс еще и уворотливый. Плюс еще почти в самом начале уровня. Вот. Следующее задание, конечно, идет у нас. А от золотого адаптоида я, конечно, особо ничего не получил. Хотя золотой адаптоиды дают много. Это должно выиграть нам время. Что случилось с ними, Жанин? Я нашла его на запретных территориях. Наверное, он оказался там после нашего сражения с Таносом. Он... Поэтому его нельзя пробудить из-за безумного титана? Так, посмотрим. Да, вот это будет еще одна хренотень, конечно. Надеюсь, хотя бы этот не будет уворачиваться, потому что это будет реально... Сейчас агрессия. Что у него тут есть? Все или ничего, этот чемпион купит энергию, пока не будет готов к третьей специальной атаке. Вообще, вот... То есть, он будет побеждать меня в любом случае, потому что копит свою чертову атаку. Нафига? Ну, давайте пойдем по... Это куда ведет меня? Не, спасибо, нам туда не надо. Идем по прямой. Против паука, который, кстати, тоже уклоняется. Ну да ладно. Да, Стивен с помощью заклинания помог призывателю сокращить Таноса. Но это вырвало его астральную форму из тела. Без нее он никогда не проснется. Но кажется, что кто-то хочет, чтобы он умер. Его раны говорят об этом. Без тела, в которое можно вернуться, его астральная форма уязвима. Он маг. Кто это маг, о котором ты говоришь? Тот, кто пытался убить мага. Он придет на всеми. Он придет за всеми нами. Дай мне испить крови падшего. Все, что нам нужно знать, хранится в его плазме. Если злодей говорит правду, я узнаю это с одной каплей. Не совсем понял, что это значит. Ну да ладно. Ну, космологики они... Берем хелку, конечно же. Истребляем врагов. Да, исследовать, конечно, будет это реально жестко, если я буду исследовать это задание. Хорошо, что у меня будет симбиоид. Вот это плюс для меня.
А, хотя вот, уклонение. Сейчас я подожду, пока оно пройдет. И все, больше никаких уклонов. Да и разумеется, он... Если он быстрее меня. Прекрати. Почти прибил. Да, ну спасибо, глюки. Вот нафига она побежала, когда я не хотел, и, разумеется, сдохла. Тупая хила. Ненавижу глюки. Вот видели, что произошло, глюки мне испортили всю игру. Просто прекрасно. Дохнут, как жуки, потому что глюки. Когда же эти тупые кабаны-разработчики наконец исправятся? Проиграл отличного персонажа. Просто отличного персонажа. Хел один из самых мощных, и она сдохла. Мало того, что я еще и продую Metal Pony игру, потому что там... Видите ли, разработчики сделали задания, которые надо ждать, пока не пройдут, из-за чего у меня не хватило времени на прохождение, а у меня нет 800 рублей, чтобы купить нужного персонажа. Спасибо. Дура геймлов, ты вообще все испортили мне. И кабаны еще мне тут испортили. Кабанами так и называется их разработническая компания. Кровь Стивена скажет тебе что-то о том маге, о котором говорит Веном. Кровь — опора души и тела. Я не пролью кровь хорошего человека, просто чтобы утолить твой голод. Насытишься злодеями, их тут предостаточно. Это на мечу говорит, если что. Меч может быть прав, Жанин. Астральная форма Стивена покинула его тело, но пока оно цело, они связаны. Если ты сможешь подключиться к этой связи, мы сможем пролить свет на то, что это за маг и чего он хочет. Испробовав его крови, меч будет вечно алкать ее от Джерика. Пути назад нет, он всегда будет желать ее. Риск, который я готова принять, пока меч у тебя... А, это он говорит. Риск, который я готов принять, пока меч у тебя, я не боюсь. Росомаха, это реально тоже будет пипец, потому что... Росомаха просто себя будет хилить бесконечно. Или бесконечно хилит себя только в мире легенд. Это я не помню. Ну давайте пытаемся. Когда Хелу я прокачаю до третьего ранга, вот тогда уже пожужжат мне враги в следующий раз, когда я сюда вернусь. Да, давай запросим. Установим все здоровье и... Во. Железный человек, это будет тоже хень. Хорошо, я правильно коплю и скажу, что стало известно. А, смотри. Хорошо, я пролью каплю и скажу, что стало известно. Фьюиты. Тут фьють. Говори, меч. Его дух заперт. Вижу лишь фрагменты. Дай мне послушать. Отлично. Вот отлично было бы Хела сюда. Но нет, она сдохла у нас. Так что придется брать Анжелу. Где бы мне найти 11 лишних часов, чтобы использовать их для прохождения задания в Metal Pony? Потому что...
применяет свою спецатаку, это реально... Ёлки, теперь еще нельзя и атаку блокировать просто. Отстань от меня. Ненавижу вас, когда нельзя блокировать атаку. Давай применяй атаку, я постою хотя бы с той стороны. Чтобы меньше мне урона. Ого. А, соответственно, отмечается и еще кто не нанесется урон. Фига себе. Вот это классно. Если от меча уйти, то урона не будет. Да, автоблок, ну, ну спасибо, просто, просто прекрасно. Да блин, я отойти не смог, ну, это глюки. Чё у меня с управлением вообще творится? То одна кнопка не работает, то работает и тогда, когда мне не надо. Нафига это всё? Ладно. И похоже, тут придется опять оживлять персонажей, потому что просто без оживления просто никак. Никак этот уровень без оживления пройти. Все зелья потрачу только на один этот на это задание. Это блок, ну нафига он мне нужен? Нафига еще прыжок этот вообще? Ну... нападал, как ты вообще мог? Да блин, вот этот блок вообще взял. Как его убить? Еще даже блок с ним. Еще автоблок откуда появился. Нафига он тут появился, ну? И чем я буду бить босса? Воздухом? У меня еще он впереди, три врага плюс босс. Лорд, это будет тоже херня, конечно. Просто... Я, конечно, понимаю, но нафига ставить таких сильных врагов? Чтобы... Чтобы больше покупали за деньги оживлялки, что ли? Нафиг такой донат? Хотя вот тут никаких ошибок, которые бы портили мне тут всю игру. Поскорее бы закончить и отдохнуть после тени. Да, давай быстрее. Ассимиляция, симбионат. О нет! Джерика, все очень плохо.
Прежде чем гроссмейстер получил власть и воспользовался стражами, коллекционер использовал симбиотов как свою личную армию. Гроссмейстеру не особо понравились питомцы его брата, их постоянное неповиновение. Так что он запер их в тюрьме, которую сотворил им сам. Симбиоты были там многие годы. Хаотичные, неорганизованные, неспособные найти форму жизни, с которой могли бы вступить в симбиоз. До того момента, когда их нашел некто... Маг. Давайте прибьем ее, наконец. Наверное, все же мне придется тоже самому спецатаку копить. Хотя нет, лучше вторую использовать себе атаку. Точнее, ждать, пока тебя побьют в блоке, и использовать это на кухне. Давай. Спасибо тебе, какой мы могли. Так, в смысле, еще и блок не сработал. Да, в смысле, издалека напал. Еще один глюк, который не дает мне покоя. Нападать издалека. В метре. Я понял, если какой-нибудь другой угол идти. Ну не железный человек же. Причем обычный. Так, дальше. Вот этот вот тип, который тоже может жару задать. И наконец-то босс пойдет. А босса мне придется бить, наверное, носорогом. Который, ну... Он так, не так, не сяк, хотя, наверное, лучше взять уже осьминога. Потому что тот может ему просто заблокировать способность, и все, и готово. Я не хотел активировать эту усиленную атаку. Она сама активировалась, я тут ни при чем. И разумеется, из-за этого долбанного глюка. Я не хотел! Что победил, но я не хотел использовать усиленную атаку, потому что она очень опасная, если враг рядом и не оглушен. В смысле, вот несколько глюков подряд просто. Тот усиленная атака тогда, когда не нужна, вот самое бесящее. Кто бы ни был, он воспользовался своей магией, чтобы отпереть темницу и подчинить симбиотов. Он владеет их силой и магией. Он, я слышу что-то еще. Чума? Порабощен уничтожить плоть и стать одним ассимилируй. Тьфу ты. Порабощен уничтожить плоть и стать одним. Ассимилируй. Чума, говоришь? Иные называют меня освободитель. Быть свободным от мысли. Может, можно лишь представить дар желания. Смотри, он говорит через ассимилированных. Мы не будем одним из них. Призыватель,
Мы должны победить демона и выиграть время. Наконец-то финальный босс. И, разумеется, у меня полудохлый осьминог. Мое секретное оружие полудохлое. Просто спасибо глюкам. Come on! Мы заглючим любую игру. Вот реально. Геймлофт, мы сожрем ваши деньги. Кабам, заглючим любую игру. Так, теперь мне еще и камера тупит. Давай, принес свой спецстак. А, да, он же копит. Сейчас прибьют. Ну хотя бы я его покромсал хорошенько. Хотя может... Отлично, просто... Просто... И разумеется, я сдохну. Так, надо, надо хил оживить. Хила ему задаст, реально. Хила задаст. Ты мышь один можешь копить энергию? Хотя стоп, у меня есть еще 3000 жизней. Не будем торопиться. Не будем. Все делаем просто аккуратно и осторожно. 20% еще есть. Дар, и, разумеется, сдох раньше. Жаль, конечно. Давайте... Пора уничтожать. Хела, твой выход. Пять. Я даже не представляю, как я буду сражаться... против финального босса. То, что это будет уже реально одискордеть, как не круто. Там меня будут бить, как в монстры. Ну ничего, я просто использую усиление силы побольше. Вот и съел. 20%. Давай, Хела. Надеюсь, ты спасешь сама себя, потому что Хела может спасти сама себя. Да! Молодец, Хела. Хела, ну нафига ты могла? Ты могла немного дожить хотя бы. Зачем? Зачем нужно было умирать в этот прекрасный момент? Ох, Хела, Хела. Съела, не съела. А ты почти победила, Хелка. Но продула. Просто молодец ты, Хелка. Давай, да уничтожай этого балбеса. Расходно. Что я выиграл? Да, особо ничего.
И, наконец-то, сегодняшнее видео подходит к концу. Этот уровень тоже пройден сквозь глюки и поражения. Но мы прошли этот мощный уровень. Награда за прохождение задания и прохождение главы. О, да. Давайте пооткроем кристальчики, какие у нас там имеются. Чтобы отпраздновать эту победу с глюками и трехзвездными кристаллами, мы это все откроем. Давайте-ка. Ну, давайте можно сразу. Трехзвездные кристаллы, они бесполезны, так что... От них толку мало. Дубль. Неплохо так. Будут осколки четырехзвездного. 55. Да, маловато будет. Ну, неважно. И фрагменты этого катализатора. Много космоса, конечно. У меня 3 катализатора космоса уже есть. Есть что качать. А, давайте поехали быстрее. Надо еще попроходить специальное задание. О, награды. Да, давайте. Забрали мы оживлялки. Надо попроходить еще раз четвертый акт. Там можно получить, по сути, халявные оживлялки. Давайте. Давайте прокачаем его, чтобы был сильнее и мощнее. Так, ладно, не хватает нам сюда. Качнем вот эту самочку. Давай. Что, хватит? Хватит? Ну ладно, можно и так. Дрожь. И сколько у меня еще есть там... Ну, еще 10 минут. Да, давай. Подожжение технологии, давай. О, отлично. Это технологика пойдет. Так, у нас союзик, на котором я сижу. Пойдет тоже на осьминожку. Давай, давай быстрее. Не зависай, только прошу. Не зависай. Да, маловато будет. Ну, ладно. Сколько там мне еще надо? Ну, кстати, может сразу и закончим. По крайней мере, вот это заданице. А потом будет финальная битва, реальная. А дискордеть будет битва какая. Начнем. Давайте, поехали. Взорвем тут все, если получится. А потом будет уже финальный видос. Что ты имела в виду, говоря про ассимиляцию? Это коллективный разум Джерика. Он хочет поработить весь мир битвы. Мы говорили, мы не станем одним. Нет, не снова. Астральная форма Стивена захвачена этим симбионатом. И он использует ее знания в мистике, чтобы свободно перемещаться по миру битвы. Но она лишь часть его. Вероятно, поэтому другие симбиоты охотятся на нас. Он пытается уничтожить тело Стивена, чтобы полностью поработить его астральную форму. Тогда мы должны найти этого Майдит и вырвать у него астральное тело Стивена. Лонгарийское заклинание подойдет, но нам нужно найти его раньше, чем он нас. И я боюсь, что единственный способ — это идти по следу симбиотов. Так. Длинный путь. Зато там вон здоровье валяется халявное. Если вот так можно назвать. Так, посмотрим. Во, возле... Вот. Вот тут здоровка вон валяется. А потом можно отправиться куда... Сразу босса. Да, реально тут боссы. Капец какие эпичные. Давайте против Дэдпула пойдем. Стоп, подождите, подождите. Стоп, 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 стоп. Куда ведет этот портал? К
катаюсь. А очередь ведет. Да. Я думал, это короткий путь. Активно третья специальная атака, да. Жаль, конечно. Это будет одискардить, как не круто. Надеюсь, утка Веном будет не слишком хардкорной для меня. Фига себе, мы одинаковые. Не особо напрягаясь. Да, победа. Я потом, наверное, запишу специальное музыкальное видео битвы с боссом. Финальным. Это интересно. Финальная битва с боссом в виде музыки. Так, ну давайте. Против этой жвачки пойдет у нас Хелка. Реально, это жвачка, ну, она тянется. Просто по-другому ее никак не назвать. Надеюсь, глюки. Глюков не будет. Давай. Просто берет и блок снимается сам по себе. Вот опять. Я же нападал. Это было не по очереди. Тут ты не могла. Это... Дохни быстрее. Наконец-то. Пишки, уведомления, вы выиграли, что-то... Что-то там... Всякие тут халтурщики, обманщики вводятся. Говорят, вы выиграли миллион. Ты нифига ничего не выиграл. То паучок, это будет херня опять. Если то, что мы узнали, правда, легко не будет. Существо обладает магической силой, тайными знаниями мира битвы, и при этом имеет силу симбиотов. Если этот никчемный гнойник досаждает тебе, то не волнуйся, о несущее меня. Он снова говорит. Это меч говорит. Просто приободряет меня. Мы тебе не верим. Ну, давайте вот этого типа, который сейчас очень просто силен у меня, доктор Октопус. Давай. Мы взорвем всех. Ну, 120%. Ну, неважно, может, получится. Давай уничтожай его. Сделай из него
отбивную. Вот так мы говорим. Отбивная из паука. Продолжаем. Давай, давай, грузись быстрее. О, кстати, что у нас тут? Так не сюда, кыш. Я не хотел посмотреть, на каком я ранге. Прекрати. Я вообще на другую кнопку нажимал. Да-да, тут бесполезные призы, которые ничего себе не несут ценного, но не важно. Так, и куда? Смеется вот сюда, потому что тут у нас, вон, зелье валяется здоровье. Вон, будет чем хилиться. Москаляндр. Отлично. Москаляндр у нас не очень такой сильный чувак, так что... Берем хелку. Так, надо посмотреть, силы нужно выстрела пристрелили. Это как? Просто не понимаю, как вообще это произошло. С одного выстрела застрелили вообще. Ладно, ладно, пора кончать с москаляндром. Осьминог на третьем ранге такой крутой, интересно, каково будет Хела? Интересно. Ой, нет, только не этот балбес. Тут уклоняется бесконечно, как тот симбиоид, с которым я дрался. Просто вот... Просто будет жесть настоящая. Так что придется копить до третьей атаки, потому что по-другому просто не победить этого змееныша. Я сам играю змеем, и он просто имбовый. Вот, видите? Повезло, что он не уклонялся. Это обычно он прыгает. Просто замучаешься за ним прыгать. Твой прыгучий становится. Это не повезло. Ну, давайте. Давайте. Куда это идет у нас? О, отлично. Кого? Вот этого?
Так. Ну, лучше вот этого, потому что против него у меня есть электрики. Нет, я хотел утку посмотреть. А, вот. Пусть атаки. Все усиления для этого чемпиона длится на 40% дольше. Этот защитник получает плюс 20% атаки за каждое усиление, по действиям которого находится. Спецатака 1 наносит на 30% больше. Сейчас я ставлю на атаку 1. Отлично. Чтоб она блокируется. Так. Ну, отлично. Атаку можно блокировать. Плюс 40 зарядов по мгновению рассудка в начале боя. Это своих шантов. А, стоп. Не все равно получится, что это рассудка. Ладно, давайте. Я ожидал, что босс будет более сильный. Нет. Ты не мой друг. Гиперион? Жанин, скорее, тебе надо бежать. Этот монстр как с цепи сорвался. Пташка страждет. Мы должны положить конец ее страданиям. Да я вообще норм. Почему похож на Бориса из Бенди из 4 главы, блин? Это утка. Это вообще утка? Надеюсь, это утка. Да я вообще норм. Серьезно, ну... Это придумать надо вообще босса такого. Ну ладно. Давайте заканчивать. Самое сложное это оса. Блин, непонятно, когда она пойдет, она не мешает. Давайте прибьем. Прибил. Точнее, как бы, раздавил, это же насекомое. Прихлопнул, во, прихлопнул. Давайте. Да, давай, давай, давай. Что? Как ты можешь слышать, меч? Он не может, зато я могу. И я рад, что ты теперь можешь зреть плоды трудов моих. Я надеюсь, твое творение тебя впечатлит. Мое творение тебя впечатлит. Хоть ты и не мой Говард, но никто не заслужил такой судьбы. Я тебя остановлю. Освободи свой разум. Я повернул колесо эволюции в десятки раз быстрее. Но, увы, мне пора. Нужно ассимилировать столь многих. Утка Веном. Да, реально, у него сила какая мощная. Хотя я и не с такими дрался. Я когда проходил... Веном из акта 4 примерно такой же силы уже был. Че ругаешься, слышь? Да ну нафиг! Вот мерзавец. Еще ругается, тварь. А я даже не успел свою спецатаку накопить.
давай. Носорожище. Носорожище покажет, где утки зимуют. Сейчас я покажу тебе, где утки зимуют. Да-да, хватит ругаться. Он еще и бомбы не кидается. Вообще, вот реальная жесть какая-то уже. А, стоп, у меня уже сила закончилась. Ну, ладно. А мы повторно активируем. Давай, усиление. Усил, усил! Где усил? Давай быстрее. Давай. Давай! Пора тебя давить. Утёночек наш. Четыре каурона, это реально. Нужно было что-то применять эту вот спецатаку. Ну. Ладно. Можно просто восстановить здоровку. А, все. Я на все тут потрачу, да? Мне бы только проходить. Потом уже ведет финальная миссия, это будет реально дискордеть. Финальная битва, это будет вообще просто неминуем, конец неминуем, можно так сказать. Come on!
Ведь почти победил. Отличный его сейчас осьминог. Просто отлично идет. Я его еще поулучшаю хорошенько, и тогда просто будет конфетка. Оживление 2 пойдет у меня на другое. Ладно. Да, давай. Не знаю, буду ли я еще делать прохождение Marvel Битвы Чемпионов. Потому что у меня просто все сильные персы закончатся к этому времени. На финального босса пойдет специальное морс. Особо мощное улучшение. Перед этим придется... Хорошо. Нет, спасибо. Я вот это возьму. Не хочу зря тратить. Давай. 9к жизни ему осталось снести. Вот чуть-чуть. Давай! Тело меня спасет своим восстановлением 20%. Да, спасибо, Келка. Ты, почему у меня не сработало отход? Ну только зря жизни, только зря персы дохнут из-за этого глюка. Вот. Почему у меня тут прыжок назад не сработал? Столько оживлялок я потратил только на то, чтобы победить эту тёнка, да еще и кнопка куда-то не туда нажалась. Кыш! И все зависло. Просто прекрасно. Да, да. Да я понял, что все зависло. Все, слышь, ты меня... Утиноид, ты меня достал, я тебя уничтожу. Разорву в клочья за то, что ты сделал со мной. Теперь уж точно, наконец-то, конец. Ух. И буду активно
качать осьминога и покупать оживлялки. Пока что все. Пока что на этом можно закончить. И устал от этой битвы нескончаемой. Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир был. Всем до скорых встреч. И финальное продолжение Marvel Битвы Чемпионов уже скоро. Коллективный разум. Финальный босс. Дискорд его знает, как победить. И всем пока. Ждите новостей от меня.